Уверена в себе, но нет, не ожидала. Улыбка, уверенность в себе, походка, осанка, все, что было во мне, я все предоставила зрителям, чтобы понравиться. Какие сейчас ощущения переполняют? Ощущения нереальные просто. Я чуть ли не расплакалась, очень рада, безумно вам спасибо за то, что меня поверили. Поучаствовать в международном конкурсе, заняться более масштабным модельным бизнесом. Думаю, все получится. А вы занимались модельным бизнесом? В детстве, да? А сейчас с кем учитесь, работаете? Учусь в МГУ на туризме, работаю байер-дизайнером, но как бы модельным плоттерно не занимаюсь. Аэродизайнером это как? Это что вы делаете? Студия гелевых шаров. Занимаюсь оформлением, оформлением праздников. И вот ваш праздник вам сегодня подарили ваши шары, да? Да. Это подарки. Конкуренция была серьезная. Да, девчонки все были. Настояли на том, чтобы я пришла. Две мои подружки, Орловы, они настояли на том, чтобы я пришла, поверили больше, чем я в себя, так сказать. И я счастлива. Результат вас, да, порадовал. Порадовал. Я первая, но вице-вице. Как вам то, что вы рекламировали Ширикум на видео, но вам дал зеркальный приз? Как вы к этому относитесь? Почему должно быть какое-то соперничество вообще у нас в стране? Все должны быть жить дружно. Есть люди, которые любят Ширикум, есть люди, которые любят зеркальный, а есть те, которые туда и туда с удовольствием ходят. Поэтому почему мы должны? То есть вы еще можете продекламировать зеркальный теперь после того, конечно, как с удовольствием.